Несколько десятков украинцев собрались на акцию протеста перед французским посольством в Киеве. Они недовольны отказом французских чиновников выдать им визы для поездки на чемпионат Европы по футболу. Всего отказ получили около 100 человек, в том числе 8-летний Владимир из Львова, который собирался посетить 3 матча в ходе чемпионата. Это чемпионат Европы, я очень сильно хочу на него попасть. Это же чемпионат Европы, я так хотел на него попасть. Я и плакал, и грустил. Мы все билеты на игры купили заранее, и билеты на самолет тоже. В гостиницах заказали место. Туда, назад на летаки, брони, готели и... Просто не открыли визу. Получившие отказ украинцы возмущаются, что несмотря на наличие купленных на матчи билетов, в посольстве считают, что у заявителей не определена цель поездки во Францию. Сотрудница визового отдела в Киеве говорит, что ситуация с визами преувеличена. В мае месяце это 2%, если говорить о евро. И на самом деле все мы стараемся всегда выдавать эти визы вовремя. Чемпионат Европы по футболу стартует во Франции уже в эту пятницу. Он будет проходить в 10 городах Франции до 10 июля. За это время сыграют 24 команды. Сборная Украины играет уже на этой неделе. В воскресенье в Лилле украинцы сыграют против действующих чемпионов мира сборной Германии.